Он не был широко известен, даже когда находился на пике своего могущества. Он всегда предпочитал оставаться в тени. Но именно ему в самые страшные годы войны поручали сверхсложные секретные задания. И он успешно с ними справлялся. Он отвечал за советскую контрразведку, создал легендарный СМЕРШ и стал первым в СССР министром государственной безопасности. Но пройдет всего несколько лет после победы, и его, героя Великой Отечественной войны, обвинят в измене родине. Виктор Абакумов. Человек, сумевший победить самую мощную разведку тех лет, немецкий Абвер, но проигравший борьбу за жизнь в собственной стране. Шел 1921 год. Все завидовали согласию царствующему между надменным. Пока другие студенты старательно выводили буквы во время занятий в училище, 13-летний Витя Абакумов смотрел в окно. Он представлял, как скоро станет бойцом Красной Армии. Тем же вечером Виктор отправился в штаб 2-й московской бригады частей особого назначения и был принят на службу санитаром. Так будущий глава одной из самых мощных силовых структур в мире начинал свою службу. Части особого назначения, ЧОН, создавались как отряды по наведению порядка в стране. Стремившиеся удержать власть большевики привлекали добровольцев для подавления волнений. Также эти части несли караульную службу на особо важных объектах. К маю 1922 года гражданская война начала стихать, однако отдельные очаги напряженности сохранялись. Крестьяне Шиловского уезда Рязанской губернии враждебно приняли советскую власть и подняли вооруженный мятеж. Отряд Виктора Абакумова был направлен для борьбы с повстанцами. Мятежников окружили на болотах, и после короткой перестрелки они были вынуждены сложить оружие. В этой операции погибло более 20 крестьян. Несколько бойцов ЧОНа были ранены. Виктор оказывал первую помощь своим товарищам, но одного из них спасти не удалось. Здесь Абакумов впервые увидел настоящий бой и узнал, что такое смерть. В 23-м году части особого назначения расформировали, и Виктор Абакумов оказался безработным. За 4 года он сменил несколько профессий. В 27-м вступил в комсомол, а в 30-м в партию. Спустя еще 2 года его как проверенного коммуниста рекомендуют для работы в ОГПУ. И в 24 года он начинает службу в органах государственной безопасности. ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление. Советская спецслужба, созданная для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. Преобразована из ГПУ в 1923 году. В 1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР. Даже став руководителем Министерства госбезопасности, Абакумов нечасто попадал в объектив фото и кинокамер. Но и на редких снимках видно, что за собой он всегда следил. Он действительно был щеголем. Носил тщательно подогнанную форму и модные костюмы. Много курил, но при этом занимался теннисом и был мастером спорта по самбо. Устраивал танцевальные вечера. Энергичный и темпераментный фокстрот был любимым танцем Виктора Абакумова.
О нем ходила слава Лавеласа. Высокий, статный, красивый Абакумов нравился женщинам. Однако позже его репутация сластолюбца была сильно преувеличена из-за множества сплетен и слухов. Впрочем, начавшаяся карьера в органах едва не закончилась, когда на имя руководства поступило донесение о том, что молодой уполномоченный использовал служебные квартиры для встреч с любовницами. Вызванный для объяснения Абакумов признался, что порой вербовал женщин не в служебных, а в личных целях. Он был исключен из партии с формулировкой за нежелание ликвидировать политическую безграмотность. Дело шло к тому, что его просто вышвырнут из управления. Из аттестации уполномоченного первого отдела экономического управления ОГПУ Виктора Абакумова, 34-й год. Порывист, быстро делает выводы, подчас необоснованные. Иногда мало обдумывает последствия. В следственных делах не участвовал. Дисциплинирован. Требуется руководство воспитательного характера. Виктор Абакумов отделался понижением и переводом на не самую почетную должность. Его назначили уполномоченным в Ухтопечорский исправительно-трудовой лагерь, одно из подразделений ГУЛАГа. В 1935 году Абакумова вернули в Москву. До апреля 1937 года он работал в НКВД оперуполномоченным и дослужился до должности помощника начальника главного управления государственной безопасности. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР. В сфере ответственности НКВД находились паспортная система, коммунальное хозяйство, строительство и другие отрасли промышленности. Однако в историю НКВД вошел главным образом как силовое ведомство, занимавшееся вопросами государственной безопасности. В 1938 году главой НКВД стал Лаврентий Берия, его предшественник Николай Ежов, при котором масштаб репрессий достиг своего пика, был отстранен от работы. Период большого террора, или ежовщины, закончился. Порядки в ведомстве начали меняться. Многие дела пересматривались. Некоторых осужденных выпускали на свободу. На руководящие должности НКВД выдвигали кадры, незапятнанные ежовскими чистками. И молодой Абакумов оказался как нельзя к месту. Первого декабря его назначили исполняющим обязанности начальника управления НКВД по Ростовской области. А через полгода утвердили в должности начальника. И было за что. После снижения уровня криминальной напряженности в Москве и Ленинграде уголовными столицами стали портовые Одесса и Ростов-на-Дону. Прибывший в Ростов-на-Дону Абакумов обнаружил, что город и область превратились в настоящий рассадник преступности. В Ростовской области проживало огромное количество людей разных национальностей. Некоторые следователи использовали это обстоятельство как повод для незаконных арестов и фабрикации уголовных дел. Так, в начале Советско-финской войны, в 1939 году, ростовские чекисты заявили о разоблачении финской шпионской организации. В камерах уже сидели 15 финнов и один цыган. Все шло к тому, что арестованных приговорят к смертной казни. Однако новый начальник остудил пыл подчиненных. Едва ли не впервые в истории органов советской госбезопасности руководитель управления сам стал разбираться с каждым арестованным. День за днем Абакумов проводил допросы, устраивал очные ставки, перепроверял показания задержанных и выводы следствия. Результат оказался неожиданным и для чекистов, и для обвиняемых. Все арестованные были освобождены за отсутствием состава преступления. Не повезло только цыгану по фамилии Гореликов. В тюрьме он начал давать ложные показания и в результате получил 10 лет за распространение клеветнических слухов.
По распоряжению Виктора Абакумова из органов были уволены сотрудники, которые занимались фабрикацией этого дела. Некоторых привлекли к уголовной ответственности. За плечами у Виктора Абакумова было всего 4 класса училища. Однако, если существует талант контрразведчика-исследователя, то он обладал им в полной мере. Да и руководителем, как покажет время, Абакумов оказался превосходным. Он всегда лично вникал во все подробности порученного дела и был прекрасным аналитиком. Контрразведка СМЕРШ, руководителем которой ему предстояло стать, просуществовала чуть более 3 лет. Однако за это короткое время она смогла защитить фронт и тыл от многочисленных диверсантов Третьего Рейха и стать одной из самых мощных структур государственной безопасности в мире. Его скрупулезность вместе с профессиональным чутьем будут залогом того успеха, который позднее назовут феноменом СМЕРШа. Он всегда чувствовал время и момент, а судьба словно нарочно забрасывала его туда, где он оказывался максимально полезным. Когда 25 ноября 1938 года Лаврентий Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР, он принял наркомат в разгромленном состоянии. Многие чекисты были репрессированы Николаем Ежовым. Теперь Берия увольнял из органов людей, работавших при Ежове. Квалифицированные кадры попадали под удар и оказывались на улице. Так в число безработных попал Вильям Фишер. В годы Великой Отечественной войны ему предстоит организовывать диверсионные группы и партизанские отряды в немецком тылу, участвовать в знаменитых операциях «Монастырь» и «Березино», а позднее стать легендой советской разведки под именем Рудольф Абель. А в 1938 году, после увольнения, Фишер работал в Москве водителем троллейбуса. Перед войной многие из тех, кто был уволен ранее, вернутся в органы разведки. А пока новое руководство НКВД остро нуждалось в надежных и компетентных кадрах. Работу Виктора Абакумова в Ростове-на-Дону оценили. Берия даже ставил его в пример другим сотрудникам. Весной 1940 года Абакумова наградили орденом Красного Знамени, присвоили звание старшего майора госбезопасности и перевели в Москву. В феврале 1941 года НКВД был разделен на 2 самостоятельных органа. Народный комиссариат внутренних дел возглавил Лаврентий Берия, а во главе наркомата госбезопасности встал Всеволод Меркулов. Вопреки расхожему мнению, и тот, и другой отнеслись к новым назначениям без особого энтузиазма. Оба ранее занимались вопросами экономики и полагали, что там принесли бы больше пользы. В отличие от них, Абакумов считал свою работу не просто важной и ответственной, но оставался классическим сотрудником служб правопорядка и контрразведки. Приближалась война. В том, что рано или поздно она начнется, почти никто не сомневался. Однако страна к войне готова не была. Не закончилось перевооружение танковых войск. Не хватало самолетов новых типов. Не была готова к войне и контрразведка. Никто не представлял, с какими вызовами столкнется вскоре Советский Союз, его армия и органы безопасности. До нападения фашистской Германии на СССР оставалось всего несколько месяцев. В июле 1941 года комиссар госбезопасности 3-го ранга Виктор Абакумов стал начальником управления особых отделов НКВД СССР. Управление особых отделов НКВД – центральный орган военной контрразведки СССР. Особый отдел – подразделение, занимавшееся поиском и разоблачением шпионов, изменников и диверсантов в тылу и действующих воинских частях.
Летом 41 года немецкие войска уже шли по Белоруссии и Украине, продвигаясь к Москве. Красная армия отступала. Десятки тысяч солдат оказались в немецком плену. Те, кому удалось избежать плена, выходили из немецкого окружения без единого документа при себе. В частях Красной армии начиналась паника. С каждым днем росло количество дезертиров. А кроме того, немцы сотнями забрасывали шпионов, диверсантов и провокаторов в советский тыл. Противник наступал. Органы безопасности столкнулись с тем, что с началом войны против них начали работу сразу несколько разных германских спецслужб, в том числе и главный враг – Абвер. Абвер – военная разведка и контрразведка Германии в 1919-1944 годах. Ее возглавляли профессиональные немецкие разведчики, в частности, адмирал Вильгельм Канарис. Затем во главе ее подразделений стал бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг. Переодевшись в красноармейскую форму, агенты Абвера прорывались в тыл на автомобилях, высаживались на парашютах и выдавали себя за попавших в окружение солдат. До войны кадры немецкой разведки для работы в СССР набирались из русских и русскоговорящих, проживавших за границей. Эти люди редко имели представление о реалиях советской жизни, и их разоблачали при первой же проверке. Например, на стол перед подозреваемым высыпали клубни картофеля, после чего следователь задавал ему странный вопрос. «Где командир?» Каждый житель СССР не раз смотрел легендарный фильм «Чапаев», и ответ знал даже школьник. «Впереди, на лихом коне!» Покажи. Иностранец, не видевший советского кино, терялся и попросту не мог ответить. «Не открыл орудийный огонь!» Однако уже в первые дни войны немецкие спецслужбы создали ряд разведшкол, которые готовили агентов из советских военнопленных. Они прекрасно знали особенности быта и культуры Советского Союза. Перед военной контрразведкой стояло множество сложнейших задач. И от того, смогут ли сотрудники особых отделов решить их, во многом зависел исход войны. В подчинении особых отделов находились заградительные отряды, которые размещались позади основных войск. Спор о заградотрядах не стихает в обществе уже долгие годы. В сути, все дискуссии сводятся к вопросу, стреляли эти отряды по отступающим или нет. Приказ Жукова и Булганина от 21 октября 41 года предписывал: в случае бегства выделенному отряду заграждения расстреливать на месте всех бросающих поле боя. Однако сдержать отступление воинских частей с фронта заградотряды не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Заградотряд при особом отделе дивизии не превышал одного взвода. Дивизия насчитывала в своем составе 14,5 тысяч солдат, а взвод – не более 51 человека. Основной задачей заградительной службы было возвращение в строй солдат, отбившихся от своих частей, поимка шпионов, диверсантов и дезертиров. Эти подразделения действовали на линии фронта и в прифронтовой полосе, где устанавливались контрольно-пропускные пункты и выставлялись патрули. Лишь в качестве крайней меры применялся внесудебный расстрел дезертиров и паникеров. Случалось, что в отчаянной обстановке боя под расстрел попадали бойцы, которые просто растерялись или поддались панике. Первые 4 месяца войны заградотрядами было задержано более 657 тысяч солдат, отставших от своих частей, либо самовольно оставивших фронт.
Из них более 632 тысяч возвращено в действующие воинские части. Арестовано более 25 тысяч человек, 4% всех задержанных военнослужащих. К расстрелу приговорено 10 201 человек, то есть 1,5% задержанных. В апреле 42 года в шпионаже и предательстве едва не обвинили самого Виктора Абакумова. Выяснилось, что при эвакуации Смоленска сотрудники НКВД оставили нетронутым областной архив. Там находились секретные постановления, протоколы партийных собраний и многие другие закрытые сведения. Многотомная советская документация в целости досталась немцам. Абакумов, уверенный, что из города вывезены все ценности, уже доложил Сталину об успешном выполнении задания. Когда оказалось, что дело обстоит иначе, Сталин задал ему вопрос. Что вы чувствуете, когда ваши подчиненные вам врут? Даже спустя много лет Абакумов вспоминал об этом разговоре с дрожью в руках. Несмотря на допущенные ошибки, работа контрразведки налаживалась. Сотрудники управления особых отделов ликвидировали группу немецких агентов, заброшенных в советский тыл, с заданием уничтожить командование Западного и Калининского фронтов. Их главной целью были генералы Жуков и Конев. Шел октябрь 42 года. Однажды ночью Абакумова разбудил адъютант. С Волховского фронта пришло донесение, что там добровольно сдалась в плен немецкая разведгруппа. Абакумов тут же вылетел в Новгородскую область для встречи с задержанными. Разведчик и два радиста представились бывшими командирами Красной армии. Они утверждали, что на сотрудничество с немцами согласились только из-за появившейся возможности как можно скорее вернуться к своим. Начались проверки. Как и прежде, проявилась способность Абакумова видеть человека насквозь. Он решил, что этим людям можно доверять. Интуиция не подвела его и на этот раз. Вскоре Виктор Абакумов предложил командованию начать так называемую радиоигру. Через сдавшихся радистов установить связь с радиоцентром Абвера и передавать ложную информацию. С развитием средств связи разведка начала активно использовать такой метод дезинформации противника, как передача ему ложных сведений по радиоканалам. При этом требовалась полная уверенность в том, что агент согласен сотрудничать. В противном случае радист всегда мог отправить в эфир сигнал, сообщавший о его провале. На многие сеансы радиосвязи Абакумов приезжал сам. Он не вмешивался в работу. Слушал, смотрел, делал для себя пометки. Порой ему приходилось лично убеждать Сталина не торопиться с активацией радиоигры. Действовать необходимо было тонко, а результат не всегда оказывался быстрым. Все радиоигры велись только службой Абакумова. Специальный отдел в Генштабе обеспечивал сотрудников управления качественной дезинформацией. Радиограммы отправлялись только после визы Абакумова или его заместителей. Радиоигра на Волховском фронте продолжалась 3 месяца. Самый ответственный этап наступил накануне операции по прорыву блокады Ленинграда под кодовым названием «Искра». Цель, передаваемой немцам дезинформации, была одна – скрыть подготовку советских войск к наступлению. Чтобы у врага не возникло сомнений, командование демонстративно перемещало некоторые воинские части в те районы, о которых шла речь в радиодонесениях. Там же размещались макеты военной техники. января 43 года артиллерийской канонадой началось долгожданное наступление под Ленинградом. Из воспоминаний маршала Жукова. Никто не мог поручиться, что сведения об «Искре» не просочились к неприятелю. Но когда операция началась, нам стало ясно, что враг не знает, какими силами мы располагаем, и что время нанесения нашего мощного удара оказалось для него неожиданным. В тылу население информировали о возможном появлении немецких диверсантов.
Сегодня к антишпионской пропаганде в СССР порой относятся с изрядной долей иронии. Но в годы войны бдительность простых граждан спасала человеческие жизни, сохраняла мосты, склады боеприпасов и продовольствия. Со многими из арестованных агентов Абакумов встречался лично. Он старался понять людей, вольно или невольно вставших на сторону врага. Допрашивал, выслушивал, убеждал вновь присоединиться к Красной армии. Доверял одним, других перепроверял, а порой и запугивал. Беспощадная война, развязанная нацистами, диктовала свои методы. Абакумов не боялся смелых нетрадиционных шагов. Агентов, явившихся с повинной, он освобождал от уголовного наказания. Многие критиковали такой подход, но эффективность работы контрразведки возросла моментально. С мая 42 по май 43 года сотрудники особых отделов захватили 243 немецкие радиостанции. 80 из них в дальнейшем использовались для дезинформации противника. Именно эта работа позволила сделать все, чтобы контрудар под Сталинградом стал для немцев полной неожиданностью. Виктор Абакумов кропотливо собирал свое супероружие, организацию, которая победит немецкие спецслужбы. К 43-му году борьба с немецкими агентами вышла на новый уровень. Наконец исчезли путаница и хаос. Люди Абакумова смогли проникнуть даже в немецкие разведшколы и оттуда сообщали о готовящихся операциях. Советская контрразведка переходила от обороны к наступлению. К этому времени относится та деятельность Абакумова, которая ставится ему в вину и сегодня – участие в депортации народов СССР. Гражданская война и коллективизация, голод и репрессии вызывали у людей недовольство и ненависть к советской власти. После первых поражений Красной армии многие стали оказывать помощь немецким войскам. Не только солдаты, но и простые граждане. С началом войны немцы запустили колоссальную пропагандистскую кампанию по привлечению на свою сторону представителей отдельных народностей, проживающих в СССР. Так для чеченцев выпускалась газета «Газават» под лозунгом «Аллах над нами, Гитлер с нами». Еще до вторжения немецких войск на Северный Кавказ здесь начались вооруженные стычки местных группировок с органами советской власти. Они значительно усилились в 42-м году. Государственный комитет обороны по инициативе НКВД принял решение о массовом переселении некоторых народов за Урал, в Сибирь и Казахстан. Так перед военной контрразведкой была поставлена несвойственная этой структуре задача. С немцами сотрудничали представители разных национальностей. Среди них были русские, украинцы, белорусы, жители Кавказа и Средней Азии. Но по решению о депортации переселению подлежали не отдельные личности, а целые народы. По разным данным, в годы войны были переселены люди 61 национальности. Они не лишались избирательных прав, сохраняли членство в партии, звания и должности. Однако они теряли личное имущество, жилье, право жить на родной земле и нередко саму жизнь. Аналогичные мероприятия провели американцы после нападения Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года. Все лица японской национальности, проживавшие в США, независимо от пола, возраста и социального положения, были переселены с западного побережья в резервации на востоке и в центре страны. Депортации народов в СССР, продиктованные военными условиями, нанесли значительный ущерб населению страны, культурным традициям народов и отношениям между ними. Абакумов принимал участие в депортации народов Северного Кавказа. Здесь дело доходило и до вооруженных столкновений. Во время операции по выселению чеченцев и ингушей погибло 780 и было арестовано более 2000 человек. При этом было изъято более 20 тысяч единиц огнестрельного оружия,
в том числе винтовки, автоматы и пулеметы. В апреле 43-го года было решено преобразовать управление особых отделов. На совещании у Сталина встал вопрос, какое название дать новой структуре. Кто-то предложил назвать ее «Смерть немецко-фашистским шпионам, диверсантам и вредителям». На это Сталин заметил, что шпионы и диверсанты бывают не только немецкие, и предложил более короткое название – «Смерть шпионам». Так появился СМЕРШ. Название стало нарицательным. За рубежом так именовали всю советскую контрразведку, даже когда СМЕРШ прекратил свое существование. В СССР было три контрразведывательные организации под названием СМЕРШ. Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР, управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата военно-морского флота и отдел контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата внутренних дел. СМЕРШ при НКВД подчинялся главе ведомства Лаврентию Берии. СМЕРШ Наркомата военно-морского флота был подконтролен командующему флотом Николаю Кузнецову. Органы СМЕРШ при Наркомате обороны, то есть военная контрразведка, были в непосредственном подчинении у Народного комиссара обороны Иосифа Сталина. Именно на это возглавляемое Виктором Абакумовым ведомство была сделана основная ставка в дуэли советских и нацистских спецслужб. Теперь все силы Виктора Абакумова были сосредоточены на создании новой, максимально эффективной структуры. Абакумову едва исполнилось 35 лет. Молодой руководитель был до крайности требователен к своим подчиненным. Умение быстро вникать в тонкости дела, сосредоточенность и педантизм вызывали уважение у всех сотрудников. Заслуженным генералам, которые были старше Абакумова, нередко приходилось вытягиваться в струнку и отвечать за промахи, допущенные в работе. Из воспоминаний полковника Чернова. Виктор Семенович хоть и был молодой, а пользовался большим авторитетом. Основное внимание он уделял розыскной работе, знал ее хорошо и велась она активно. Послаблений никому не давал. Рисковат, это да. А вот чванство за ним не замечалось. Если случалось обидеть кого-то, он потом вызывал к себе в кабинет и отрабатывал назад. Примечательно, что у многих ветеранов СМЕРШа есть своя история о том, как Абакумов позаботился о них или их семьях. Генерал армии, герой Советского Союза Ивашутин вспоминал. Являюсь к Абакумову, как положено у военнослужащих, докладываю о прибытии и жду, что он скажет. Абакумов начал неторопливо расспрашивать о положении на нашем фронте, о работе особого отдела армии и мельком поинтересовался, большая ли у меня семья. «Не знаю», — ответил я. «Мои близкие пропали без вести при эвакуации». Абакумов пообещал навести справки, а сутки спустя вызвал в кабинет, чтобы сообщить, что моя семья в Ташкенте. Я обрадовался. А он сухо, без лишних слов, дал мне 72 часа на устройство личных дел и посоветовал не рассусоливать. На центральном аэродроме приготовлен самолет. Самым тяжелым обвинением для смершевцев были слова Виктора Абакумова: «Военная контрразведка ни к черту не годится». Но нареканий становилось все меньше. Советские агенты были внедрены практически во все подразделения немецкой разведки. Благодаря этому работа по выявлению шпионов становилась все более эффективной. Теперь все полученные данные обрабатывались централизованно. Перед задержанием агентов противника оперативные группы получали подробную информацию. Сведения о готовящихся перебросках, описание личных предметов, одежды и оружия. Задействовались так называемые распознаватели, люди, которые знали шпионов в лицо. Оперативники располагали информацией о типичных легендах, которые использовали немцы. Могли отличить поддельные документы и награды. По требованию Абакумова в советских войсках постоянно менялась форма заполнения личных документов. Входили в оборот новые штампы и печати, специалисты,
Специально создавались дефекты шрифтов, обновлялся порядок ношения наград. Немецкая агентура не могла быстро отследить все эти изменения и часто проваливалась на них, как некогда на чапаевской картошке. СМЕРШ был службой чрезвычайной секретности. Невероятно, но о ней мало кто знал как во время войны, так и после нее. Сотрудники носили военную форму самых разных родов войск и официально могли значиться обычными артиллеристами, пехотинцами, писарями, врачами. У них не было даже удостоверения единого образца. А демонстрировать документ без служебной необходимости запрещалось. Вооружались смершевцы так, как им было удобно. Офицер с автоматом всегда вызывал недоумение, а потому популярностью в СМЕРШ пользовались револьверы «Наган», пистолеты ТТ, немецкие «Вальтеры» и «Люгеры», «Беретта М-34» и малогабаритный пистолет «Лигнозе». В СМЕРШ набирались только опытные фронтовики, чаще всего после ранений. Все они проходили школу СМЕРШа с крайне насыщенной программой обучения. Такой подход к отбору личного состава был не случайным. Служба в контрразведке была крайне опасна. Так, только во время освобождения Белоруссии в 44-м без вести пропали 136 и погибли 236 сотрудников СМЕРШа. За июнь-август 43-го года в районе Курска контрразведчики обезвредили 119 агентов и диверсантов, каналы связи которых затем использовали для дезинформации немецкой армии. В результате советское контрнаступление на Курской дуге стало для немцев полной неожиданностью, о чем свидетельствовали и немецкие документы. Всего за год в органы и школы Абвера внедрились 75 советских разведчиков. Они предоставили сведения на 359 сотрудников немецкой разведки и на 978 агентов, подготовленных для переброски в советский тыл. Работа немецких спецслужб оказалась во многом парализованной. Абвер, одну из лучших разведок мира, возглавляли потомственные военные разведчики с высококлассной специальной подготовкой. А переиграл их человек, имевший всего 4 класса образования. По реалиям того времени, вражеской агентурой считались не только те, кто служил с оружием в руках, но и советские граждане, которые работали в оккупационных структурах. В освобожденных районах СМЕРШ выявлял лиц, активно сотрудничавших с гитлеровцами, бургомистров, полицаев, редакторов фашистских газет. Однажды на совещании Абакумов заявил буквально следующее. «Полицейские и каратели из числа советских граждан хуже немецких фашистов. Этих негодяев следует выявлять и давить без всякой жалости, поскольку фактом своего гнусного предательства они поставили себя вне закона». На фронт ему приходилось выезжать регулярно. На Калининском фронте в районе Великих Луг его машину атаковал мессершмитт. Осколки от сброшенных бомб изрешетили машину. Но никто из пассажиров не пострадал. За вклад в победу Виктор Абакумов был награжден орденами Суворова 1 и 2 степени, орденом Кутузова 1 степени, орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 6 медалями. Он стал членом комиссии по подготовке обвинительных материалов на Международном военном трибунале по делу главных немецких военных преступников. Именно служба Абакумова занималась розыском и задержанием всех лидеров коллаборационистского движения, включая генералов Власова, Шкуро, атамана Семенова и других. Коллаборационизм – военное, политическое и экономическое сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству. Термин появился в 1940 году. Изначально коллаборационистами называли граждан Франции, оказывающих поддержку немецким оккупантам. В уголовном законодательстве большинства стран мира факт коллаборационизма квалифицируется как измена Родине.
Со своей супругой Абакумов познакомился, когда она работала в отделе военно-морской разведки Министерства государственной безопасности. В самую красивую женщину своего ведомства министр влюбился с первого взгляда. Антонина Смирнова была младше мужа на 12 лет. В 51-м году у них родился сын Игорь. Антонина была дочерью артиста Николая Смирнова, который под псевдонимом Арнальдо выступал с сеансами гипноза, в том числе массового. По одной из версий, именно его представления подсказали Михаилу Булгакову идею эпизода выступления Воланда в московском варьете в романе «Мастер и Маргарита». В 1946 году народные комиссариаты СССР были преобразованы в министерство. 7 мая 1946-го Виктор Абакумов был назначен на должность министра государственной безопасности СССР, а СМЕРШ вошел в состав МГБ в качестве третьего управления. В эти годы Абакумов возглавлял борьбу против националистического подполья в западных областях Украины, Белоруссии и Прибалтийских республиках. Только на территории нынешней Ивано-Франковской области Украины было разгромлено 184 подпольных организаций и 96 групп, входивших в Организацию украинских националистов, ОУН. Обезврежено более 10 тысяч бойцов украинской повстанческой армии, УПА. Задержан 571 человек из числа руководящего состава ОУН и УПА. УПА. Вооруженное крыло организации украинских националистов. В формировании армии большую роль сыграли немцы, а также украинские коллаборационисты. УПА действовала в тылах советской армии, занималась диверсиями и террором, в том числе против мирного населения. Примечательно, что Абакумов был одним из инициаторов легализации украинского националистического движения. В 1944 году советское руководство приняло решение о переговорах с руководством ОУН. Советская сторона понимала, что дальнейшее противостояние приведет ко многим жертвам. В обмен на гарантию безопасности членам националистической организации предлагали сдать оружие. Этими предложениями заинтересовался один из лидеров ОУН Роман Шухевич. Однако из-за несогласия руководителя бандеровского движения ОУН Степана Бандеры договоренности достичь не удалось, и борьба продолжалась несколько лет. В 1948 году Министерство госбезопасности приступило к ликвидации советских еврейских организаций, прежде всего Еврейского антифашистского комитета, ЕАК. Еврейский антифашистский комитет – общественная организация СССР, сформированная в 1942 году при Совинформбюро для пропагандистских целей за рубежом. Членами ЕАК стали представители советской интеллигенции. Писатель Илья Эренбург, поэт Самуил Маршак, режиссер Сергей Эйзенштейн, музыканты Эмиль Гилельс и Давид Ойстрах. Председателем комитета являлся актер и главный режиссер Московского государственного еврейского театра Соломон Михоэлс. Дело еврейских организаций было отчасти связано с «Черной книгой», которую подготовил Еврейский антифашистский комитет. Она включала в себя многочисленные свидетельства о преступлениях нацистов против еврейского народа. Книга содержала и имена пособников гитлеровцев самых разных национальностей. В СССР книгу не опубликовали. По мнению ряда экспертов, она создавала недостаточно полное представление о событиях войны, да еще и бросала тень на другие народы страны. В ней было слишком много эпизодов участия коллаборационистов в казнях евреев, что в условиях советского интернационализма считалось недопустимым. После отказа в публикации книги комитет передал ее для издания за рубежом, что вызвало предсказуемое недовольство руководства страны. В условиях начинающейся холодной войны этот шаг расценивался как предательство. Деятельность еврейского комитета рассматривалась как враждебная и из-за его тесных связей с государством Израиль. В результате многие члены комитета были арестованы и расстреляны по приговору суда. В
Теперь, когда Абакумов лично отвечал перед Сталином за вопросы госбезопасности, его отношения с другими лидерами страны изменились. У него скопилось немало компромата на руководителей самого высокого уровня, но сам он оставался вне партийных группировок. Его единственным покровителем был уже не молодой Сталин. И собирая эти материалы, Абакумов пытался себя обезопасить. На всякий случай. Однако, будучи прекрасным оперативником и контрразведчиком, Абакумов оказался не самым лучшим политиком. На Абакумова ополчился секретарь ЦК Георгий Маленков. В годы войны он, как член Государственного комитета обороны, отвечал за производство самолетов. В связи с делом авиаторов, расследование которого Сталин поручил Абакумову, Маленков потерял свои высокие посты и был отправлен в Узбекистан. Однако вскоре Маленкову удалось восстановить доверие Сталина, а Виктор Абакумов приобрел влиятельного врага. Дело авиаторов. Уголовный процесс, начатый в связи с техническим состоянием советских самолетов во время войны, в результате которого весной 1946 года были арестованы руководители авиационной промышленности и командование ВВС СССР. Недругом стал и прежний покровитель Абакумова Лаврентий Берия. Трудно сказать, в чем была истинная причина этого конфликта. После войны Берия больше занимался вопросами военной промышленности и экономики, и непосредственным руководителем Абакумова не был. Однако Абакумов перестал прислушиваться к советам члена Политбюро ЦК, а однажды даже позволил себе разговаривать с Берией на повышенных тонах. Абакумов поручил организовать наружное наблюдение и за руководством вооруженных сил страны. После войны армия была под особым контролем. Сталин боялся, что популярные в народе военачальники и закаленная в войне армия повернутся против государственной власти. Прослушивались разговоры маршала Жукова, генералов Кулика, Гордова и многих других. В результате генералы Кулик, Гордов и Рыбальченко были арестованы и по решению суда расстреляны как изменники. Июля 1951 года Абакумова неожиданно отстранили от работы. На следующий день его вызвали в прокуратуру. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине, и бывшего министра взяли под стражу. В тюрьму попала и жена Абакумова с трехмесячным сыном. Незадолго до этого Виктор Абакумов отказался разрабатывать дело еврейских врачей. История «Дело врачей» началась в 1948 году, когда в результате врачебной ошибки умер один из ближайших соратников Сталина Андрей Жданов. Сталин решил, что это был заговор докторов еврейской национальности с целью уничтожить высшее партийное руководство. Абакумов разбирался в этом деле лично, но счел его нелепицей и продуктом фальсификации. Один из подчиненных Абакумова, старший следователь следственной части по особо важным делам Министерства госбезопасности СССР, подполковник Рюмин, известный как инициатор дела врачей, написал письмо Сталину, в котором сообщал, что Абакумов покрывает саботажников и еврейских националистов. Очевидно, что письмо было написано с подачи личных врагов Абакумова. Сталин мог бы и не реагировать на донос. Но случилось иначе. Судьба Абакумова была предопределена. В тюрьме Виктор Абакумов провел 3 года. В Лефортово его подвергали жестким допросам и чудовищному психологическому давлению. После того, как Абакумов пробыл 8 дней в холодном карцере, его пришлось госпитализировать в тюремную санчасть. Освидетельствование показало, что здоровый, физически крепкий человек превратился в инвалида. Позднее бывшего руководителя СМЕРШа перевели в Бутырский следственный изолятор с куда более мягкими условиями содержания. Находясь 3 года под следствием, Абакумов не оговорил ни одного человека, а своей вины так и не признал.
В этом его судьба в чем-то схожа с судьбой маршала Рокоссовского, который был арестован в 1937-м и за 2 года, проведенных в тюрьме, не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. Не спасла Абакумова и смерть Сталина. Вождь умер, а обиженные Абакумовым люди пришли к власти. Даже арест Берии мало облегчил его участь. Их дела попытались объединить, хотя все прекрасно знали, что они уже давно друг друга не переносят. Декабря 1954 года в Ленинградском доме офицеров началось судебное заседание выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал прокурор Руденко, тот самый, который представлял СССР на Нюрнбергском трибунале. Абакумов отказался от адвоката. Когда суд предоставил ему слово, он заявил: «Виновным себя не признаю. Это дело провокационное, оно сфабриковано Берией. Сталин отдавал приказы, я их исполнял». Но обладатель досье на всю правящую верхушку живым был никому не нужен, особенно пришедшему тогда к власти тандему Маленков-Хрущев. Неумолимый закон, по которому революция пожирает своих детей, сработал и здесь. Под репрессии по ложному обвинению попал один из руководителей репрессивного аппарата сталинской эпохи. Суд длился менее недели. Виктора Абакумова приговорили к высшей мере наказания. Он был расстрелян 19 декабря 1954 года. Его последними словами стали: «Я все, все напишу в Политбюро». Выстрел оборвал слово «Политбюро» наполовине. Супругу Виктора Абакумова Антонину выпустили незадолго до расстрела мужа. Их сын Игорь первые 3 года своей жизни провел в тюрьме. В 1955 году ему было выдано новое свидетельство о рождении, где в графе «отец» стоял прочерк, а фамилия была изменена на материнскую – Смирнов. Единственный сын Виктора Абакумова Игорь Смирнов стал выдающимся советским и российским ученым. А его разработки в области компьютерной психодиагностики человека получили международное признание. В 1997 году военная коллегия Верховного суда СССР обвинение в измене родине с Виктора Абакумова сняла. Где захоронены его останки, неизвестно до сих пор. Его личное дело остается засекреченным, и, вероятно, рассекретят его не скоро.